пламя. На катке театральной в Старых Химках кульминация рождественских гуляний. Здесь химчане не только покатались на коньках, но и насладились шоу-программой. Для химчан подготовили яркое фаер-шоу, колокольный звон, выступление творческих коллективов, анимационно-развлекательная программа. Также перед зрителями выступил шоу-балет на коньках «Ласкади-шоу». Многие жители предпочли провести Рождество в кругу семьи на недавно открытом катке. Очень нравится, удобно и здорово, что бесплатно. И, ну, классно, мы катались с дочкой. Мы вообще катаемся уже несколько раз здесь. Вот. А сегодня катались всей семьей вообще вот перед этим как бы праздником. Нам очень нравится. Очень аккуратно все. В общем, для детишек здесь вообще рай. Особенно там есть качалочка для детей. Вообще супер. Покаталась за 40 с лишним лет. Я первый раз встала еще на коньки после того возраста. И прекрасно себя чувствую. Прекрасно. Вы себе представить не можете. Настроение. Какое... Очень радостно, очень просто все радостно. Какой сейчас концерт сделали, тоже прекрасно. Это первый раз, я вообще живу в Москве, но тут у меня бабушка живет, и мы сюда приехали, мне очень нравится, хорошо. В завершение вечера своим выступлением жителей порадовала фолк-группа «Ярилов Зной». Рождество